Свыше 500 военнослужащих направили в Атыраускую, Западно-Казахстанскую и Северо-Казахстанскую области. Они приступят к работам по защите населенных пунктов от талых вод, разлива рек и отводу большой воды от жилых массивов. Всего в противопаводковых мероприятиях уже задействовали больше 3000 военных, свыше 160 единиц автомобильной техники, 17 вертолетов и 4 военно-транспортных самолета. Силами военных эвакуировано больше 2000 пострадавших. Перевезено более 115 тонн гуманитарного груза. Заготовлено и уложено около 250 тысяч мешков с песком, сообщает пресс-служба Минобороны.